Во Владивостоке рабочие, привлеченные подрядной организацией по заказу муниципального учреждения «Зеленый Владивосток», приступили к уборке береговой полосы на пляжах Седанки. Только за один день на побережье собрано от 10 до 12 кубических метров мусора. Муниципальное казенное учреждение «Зеленый Владивосток» заключило муниципальный контракт по содержанию пляжных зон. В рамках данного контракта предусмотрено санитарное содержание всех пляжных зон Владивостокского городского округа, включая расстановку баков на пляже Седанки. Уборку будем производить по мере необходимости, но не реже, чем один раз в неделю. Выемку урн мы будем производить не реже, чем три раза в неделю. Жители и гостей города призывают бережно относиться к окружающей среде, не оставлять мусор в непредназначенных для этого местах. За подобные нарушения может грозить административная ответственность. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.